Как стало известно, информационное агентство Prime Crime, в Москве состоялась воровская сходка, приуроченная к 50-летнему юбилею вора в законе Эдуарда Сатрина, более известного в преступной среде как Осетрина или Эдик Тбилиски. Приглашение юбиляра приняли такие известные воры в законе, как Олег Шишканов, Шишкан, Каха Парпаля, Каха Гальский, Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиски, Амиран Сапрамадзе, Сопотия, Михаил Хананашвили, Никай Израильский, Гайк Саркисян, Айк Астраханский и другие. Примечательно, что банкет по этому поводу был устроен не в ресторане «Белый дом», который является московским офисом Асатрина, а в ресторане «Маране», где располагается резиденция Парпалии, по слухам, имеющего там долю. Говорят, поэтому среди приглашенных воров гостей Парпалии было едва ли не больше, чем гостей самого Асатрина. Главным и сенсационным итогом собрания стало примирение Кахи и Эдика, которые до недавнего времени осыпали друг друга взаимными оскорблениями по факту их, якобы, связи с правоохранительными органами и силовыми структурами. Как известно, и Асатрян, и Парпалия на сегодняшний день обладают стойким иммунитетом от любых неожиданностей, которые могут преподнести полицейские. Как шутят злые языки, положить конец междоусобице ворам порекомендовали курирующие их погоны. Не секрет, что среди воров в законе, легально проживающих в Москве, Эдик и Каха в наибольшей степени проявляют свои властные амбиции. Если Парпалия, ранее входившая в ближайшее окружение Шакра, по сути, плавно унаследовал от него и все бразды правления, то Асатрян на это пока лишь претендует. Собственно говоря, обоюдное стремление занять в воровском мире главенствующее положение послужило причиной возникших между ними разногласий. Напомним, головокружительный карьерный взлет Кахи Парпалия случился после ареста Шакра, когда Каха забрал всероссийский общак у его племянника, вора в законе Даты Азманова. Получив официальный портфель, Каха в мгновение превратился в одну из самых влиятельных фигур в воровском мире. В настоящее время Парпалия занимается усилением своих позиций за счет прибывших из-за границы воров таких, например, как Никай Сопотия, гарантия безопасности которых служит лояльность Кахе.